Всем привет! Гитарная педаль DVK Technologies Silver Top. Данная педаль состоит из эффекта Vibe и Overdrive. На передней панели присутствуют регуляторы, которые отвечают за блок Vibe, кнопка включения эффекта, регулятор Rate и регулятор Dev. И переключатель между двумя режимами работы эффекта Vibe. Это Classic и Vibrato. Эффект Overdrive. Ручка гейна, ручка громкости и ручка тембра. И включение-выключение этого эффекта. Сбоку присутствует переключатель, который отвечает за расположение педалей цепи. С задней стороны педали находится вход для подключения блока питания и вход для подключения педали экспрессии, которая отвечает за интенсивность эффекта вибрации. DVK реализовали технологию двух педалей в одном корпусе. Педали DVK питаются только от блока питания 9 вольт. В данном видео мы используем гитару Fender Stratocaster и комбик Bugera Vintage 55. Чистый звук комбика. И включаем овердрайв, уровень перегруза на 10 часов. Добавим гейну. Теперь послушаем с вайбом. Режим классик. И в режиме вибрато.
поменяем местами педали. То есть сперва был овердрайв вайп, теперь вайп овердрайв.